Футболисты «Динамо» продолжают свое выступление в Кубке России. На очереди 1/64 финала, и соперник серьезный. Игроки из Тюмени дважды обыгрывали бело-голубых и в этот раз наверняка захотят продолжить победную серию. Однако у барнаульцев решается вопрос с укомплектованностью состава, да и родной стадион с болельщиками должен помочь эмоционально. Не подведут ли наши, узнаем уже завтра. Матч на стадионе «Динамо» начнется в 17:00. В отличие от футболистов, хоккеисты «Динамо Алтай» в сезон только вкатываются. Команда проводит по 2 тренировки в день и готовится сыграть контрольные матчи. 20 и 21 августа на Титов-арене Барнаул принимает красноярских рысей, а 28 и 29 играет с кузнецкими медведями. В начале сентября 7 и 8 наши отправятся в Красноярск. На игры все с теми же рысями. Дмитрий Дроздов. День с толком.